Итак, на ремонте вот такой системный блок. Материнская плата у него, значит, где-то здесь на светлом фоне 5PGD1. Это Asus. Значит, такая поломка. Пытаюсь включать, а здесь выломано. Вообще не включается. Никак. Тут провалена кнопка, поэтому начал включать его сразу другим способом. Вот здесь есть разъем power. Вот, видите, power я вытащил. Вот здесь он стоял. Две. Смотрите, вот видите, вот эти два контакта нужно замкнуть. Вот здесь вот я замыкаю. Так, питание подключаю. Я уже, правда, кое-что делал. Что я делал? Не работает от видеокарты дискретной внешней. Ну, не встроен. Тут есть и встроенная, есть вот внешняя. Убирал и подключал встроенную. Со встроенной хотя бы подает признаки жизни. С этой нет. Сейчас я попытаюсь запустить. Ну, пикает, то есть как бы все нормально. На мониторе ничего. А, и чего-то там пивели. Ну и видим, никаких признаков жизни видеокарта не подает, хотя вставлена. Убираем видеокарту. Для этого просто питание сейчас вырубаем. Убираем видеокарту и вставляем в разъем встроенное. Здесь есть встроенное к этому же монитору. И снова подаем питание. Замыкаю два контакта. А, питание. Сейчас разъем. Питание есть. Два контакта замыкаю. Вентиляторы закрутились. Монитор подает признаки жизни. Что хорошо, значит, материнская плата в порядке. И сейчас продолжение. Это я не хотел. Начинался запуск Windows и на половине останавливался, не шел дальше. Вот обычная загрузка. Начинаю загрузку, он что-то начинает и перезагружается. Ну, тут скорее всего он пошел. Ага, и перезагрузка. И опять туда же по кругу. Ну что же, во всяком случае материнская плата подает признаки жизни. Возможно, нужно переустановить Windows. Не подает признаков жизни видеокарта, скорее всего, уже в мусор. Вряд ли что-то с ней можно сделать. Ну вот, для начала так. А вообще, жить будет, скорее всего, после вот переустановки Windows. Сейчас проверим батарейку, проверим оперативку. Ну, как проверим? Попробуем по одной вынимать. Возможно, одна из планок выходит из строя и там заполняется до определенного уровня оперативка и выходит из строя. И сбоит. Будем пробовать по одной или одну какую-то вставим. Или, может быть, я свою поставлю. Ну, то есть нужно убедиться, что нету сбоев в оперативке. Ну, а все остальное, как видим, хотя бы признаки жизни подает. Сейчас еще отключим вот DVD-проигрыватель. Тоже отключим, чтобы он не мешал на всякий случай. Ну и будем смотреть, чем все закончится. Ну что же, помучился я. И вот, пожалуйста, запускается система на
встроенной видеокарте. Здесь есть и в самой плате видеокарта. Ну и пришлось поменять всю оперативку. Значит, здесь стоит Windows 7, но система очень слабая. Плата поддерживает максимум по 1 гигабайту, то есть максимум, что она поддерживает, 4 гигабайта. Но стояли три планки по 512, и похоже все три вышли из строя. Ну или надо проверить, может не все три, а частично. Значит, я поставил свою оперативную память, 1 гигабайт, уже переставил во все 4 слота. Проверяю, запускается. После того, как поставил свою, сначала он начал, проблема была с запуском, он проверил, сам проверил жесткий диск на ошибки, тест прошел и начал запускаться. То есть, как бы, что еще было сделано? Я поменял батарейку, уже была вообще посаженная. Ну, сделал сброс биоса, но вот этот разъем Clear CMOS, это было не обязательно, не знаю, помогло или нет, но все равно не запускалось. И вот только после того, как поменял планку памяти на свою, пробовал запускать по одной, сначала эту, потом эту, с одной 512 что-то он не запускался, то ли Windows, все-таки Windows 7, ему 512 мало, хотя он должен был, но так и не запустился. А поставил свою одну, сейчас поставлю еще одну, и с 2 гигабайтами ему будет вообще хорошо. Но лучше, чем с вот этими. Кто-то скажет, что это совсем барахло, его надо на помойку, там нужно, но человек принес, и клиент принес, нужно осмотреть. Конечно, система слабая, уже никуда не годится, но ну а видеокарта или сама видеокарта, или разъем вышел из строя, еще пока ничего не могу сказать. Возможно, на материнке есть какая-то проблема. Но так, в принципе, не видно. Ну, нужно будет смотреть, в чем вопрос. Ну, вот так, может быть, разъем, но здесь как бы с разъемом все нормально, и, скорее всего, ну, я поставлю на свой компьютер и проверю, работает ли сама видеокарта, но с вот этой видеокартой не работает. Ну, а так, в принципе, работоспособность восстановлена. И проблема была первая — это видеокарта, второе — это оперативная память. Повторяйте, как видим, перебор, постоянно одни и те же моменты. Перебор некоторых нюансов приводит к положительному результату почти всегда, 90% случаев. Подписывайтесь на канал, очень много, в том числе, таких ремонтов, ну и, конечно, более продвинутых, потому что это совсем барахло, но оно есть, я думаю, что у кого-то еще работает такое. Увидимся на канале. Сейчас я на этот же компьютер поставил, вот родная, поставил проверочную видеокарту, и все запускается, все работает. Поэтому проблема все-таки этой видеокарты, ее подзамену. Это, конечно, немножко шумновато, но дело не в этом. Проблема была в двух планках оперативной памяти по 512 и в видеокарте. Как так получилось, что все сразу, неизвестно, но вот такая ситуация. Как видим, перебором можно вычислить проблему. Повторяйте.
Увидимся на канале.